39 лет. Была третья замершая беременность в марте этого года. После вакуум-аспирации цикл прошел два раза по 35 дней. Сейчас уже 10 дней задержки, сдавал ХГЧ, беременности нет. С чем это связано? То, что менструация была после вакуум-аспирации два раза, то есть, скорее всего, через 35 дней был цикл, да? То есть это значит, что грубое повреждение. После всех этих вакуум-аспираций наша большая, самая большая забота – это чтобы не было повреждений слизистой оболочки матки. Вот. И если менструации у вас были, значит, дело не в слизистой оболочке матки. И поэтому, если пошел уже 10-й день задержки, то нужно просто начинать гормональное обследование. То есть проверить щитовидную железу, проверить пролактин обязательно. Ну и для того, чтобы четко совершенно понимать, что происходит, вот у нас есть набор показателей в ранней фолликулярной фазе, набор показателей в среднюю фолликулярную фазу. Ну, я бы вот вторую фазу цикла там даже не стал бы смотреть, просто попытаться посмотреть, есть или нет какие-то отклонения по данным ранней фолликулярной фазы, это третий день цикла, и средней фолликулярной фазы, это я бы в вашем случае это рекомендовал бы где-то на 9-10 день цикла. Вот. А так вот, безусловно, невозможно сказать, с чем это связано. Так вот, навскидку, в первую очередь, исключить гиперпролактинемию, потому что все после беременности развелось.